Каким должен быть успешный проект в сфере коммерческой недвижимости? Это сочетание дополняющих и усиливающих друг друга преимуществ. Каждый из них способен обеспечить инвесторам лидирующие позиции на рынке офисной недвижимости, а клиентам высочайший уровень комфорта, сервиса и превосходные возможности для долгосрочного развития. Район строительства офисного центра обладает превосходными логистическими характеристиками. Уже сегодня москвичи и гости столицы могут добраться до этой части города благодаря развитой транспортной инфраструктуре. Павелецкий деловой район – один из драйверов экономического развития столицы, центр притяжения финансового и человеческого капиталов. Его уже выбрали ведущие российские и зарубежные компании – Яндекс, Нестле, Рено, федеральные государственные структуры. Район метро «Павелецкая» – часть района Замоскворечья, куда приезжают не только чтобы провести переговоры, конференции, но и для посещения знаковых культурных объектов – Дом музыки, Новоспасский монастырь, музеи и культурные центры. Арендовать комфортный и современный офис в месте, где издавна сочетались уважение к традициям прошлого и высочайшие корпоративные стандарты – достойно и ответственно. Ведь они становятся частью большой бизнес-истории России, которая развивается на этой территории уже более 5 веков. Будущий офисный центр – современный, высокотехнологичный, уютный и перспективный. Просторные помещения, высокие потолки, достаточное количество парковочных мест, большое внимание к деталям при проектировании и благоустройстве. Инвесторы и клиенты нового офисного центра в Павелецком деловом районе получат все преимущества больших преобразований, которые ожидают эту часть столицы в ближайшие годы. Дополнительный трафик за счет создания транспортно-пересадочного узла на Павелецком вокзале. Усиление деловой активности, вызванное строительством подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала. Ваше участие в реализации проекта бизнес-центра в Павелецком районе – это возможность уже сегодня стать частью новой страницы деловой истории российской столицы.